Без денег остались сотни горожан. Уралтрансбанк лишился лицензии. Согласно официальному заявлению регулятора, финансовая организация занижала кредитные риски, что привело к разорению. О проблемах банка было известно давно, ему даже периодически ограничивали объем привлекаемых вкладов. Однако растерянных клиентов у офиса сегодня собралось немало. А почему закрыты он? Вообще, и куда мне теперь идти, я не знаю. Ой, господи, боже мой. На карте довольно такая большая сумма денег, а сейчас вот говорят, что нельзя будет никак не потратить ее, не снять. Пришла выяснить, что, а я даже, получается, зайти не могу. По словам представителей Центробанка, местным кредиторам давали возможность выйти из кризиса. Однако согласованный план так и не был реализован. 45 отделений Уралтрансбанка по всему округу сейчас закрыты. Назначена временная администрация. Она приступает к работе с вкладчиками. Банк был участником системы страхования, поэтому клиенты могут рассчитывать на возвращение своих денег. Закон гарантирует выплату остатка средств, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей на одного человека. Процесс запустят с ноября.